Привет, друзья! В этом видео мы рассмотрим, как можно совершать безопасные, непрослушиваемые и неотслеживаемые звонки на мобильные и другие номера, используя Telegram. Но для этого понадобится не только сам Telegram на телефоне или компьютере, но и специальный бот SafeCalls. Добавляется он очень просто. Переходите по ссылке, которую я оставлю в описании. Эту ссылку в смартфоне открываем сразу через Telegram. Если на компьютере, в браузере также появится окно, предлагающее открыть Telegram. В нем в чатах добавляется новая переписка – SafeCalls. Это бот, который работает автоматически, отвечая на ваши команды. Сначала мы видим, как он нас приветствует и его основные возможности. Он обеспечивает разговоры безопасностью. Мы знаем, что Telegram разработан для безопасного общения и имеет очень хорошую защиту. Также SafeCalls умеет подменять номера телефонов. Либо случайно, либо на тот, который вы зададите. Посмотрим чуть позже. И он может изменять голос, чтобы вас было не так просто узнать. Как он это делает, скоро услышите. Ну и конечно звонки по всему миру, не ограничивается определенной страной. Нажимаем старт и нужно немножко подождать, пока он подключится. Кстати, вы наверное понимаете, бесплатно звонить по всему миру на мобильные телефоны никак не получится. Но после регистрации по нашей ссылке вы получаете VIP-подписку на 1 час и 10 центов, чтобы протестировать этого бота. Так что попробуйте вместе со мной. В дальнейшем нужно будет пополнять счет для совершения звонков, а тарифы для каждой страны свои. Но лучше это не рассказывать, а показывать. Вот бот подключился, и он сразу знакомит нас с программой и рассказывает о бонусах. Внизу появились кнопки для управления. Можно сразу позвонить. Давайте попробуем сделать это не с компьютера, а со смартфона. Давайте нажмем на кнопку «Позвонить» и вводим номер телефона. Либо же тут можно нажать на скрепку и отправить контакт Telegram. Кстати, очень удобно, что показывается, какая стоимость будет у звонка и насколько вам хватит тех денег, которые лежат на счету. Нажимаем вот на эту появившуюся ссылочку. Появляется еще один чат для звонка. И на трубочку. Звоним. Звонок прошел, и смотрите, откуда он приходит. Великобритания. Надеюсь, звонят не из МИ-6. Главное, не используйте его для преступных действий. Ну хорошо, что еще у нас тут есть? Инфо. Выводится вся информация, состояние счета и все текущие настройки. Очень интересная функция – подмена. Caller ID – это подмена исходящего номера. Я это уже сделал, и поэтому звонок был из Великобритании. Тут можно нажать «Random», и каждый раз ваш номер будет случайно меняться. Или можно выбрать свой, написав здесь номер вручную, или оставить свой реальный номер. Еще в подмене можно подменить голос. Тут 4 режима более высокой и низкой тональности. Неплохая возможность, если хотите разыграть друзей. Вряд ли они вас узнают. Чужой номер и чужой голос. Напишите в комментариях свои идеи, как можно применить такие возможности подмены. Давайте попробуем. Зададим интересный номер. Вот такой вот. Также зададим подмену голоса. Я выберу низкий 2. И позвоним. Слушайте меня внимательно. Зайдите на страницу канала «ПК без проблем» или прямо под этим видео нажмите на кнопку «Подписаться» и на колокольчик. Не пропускайте новые видео на «ПК без проблем». Попробуем теперь по-другому. Введем другой подменный красивый номер. А голос сделаем более высоким. Звоним. Привет! Подписывайся на канал «ПК без проблем», жми на колокольчик и напиши в комментарии, как тебе этот Telegram-бот. Оставайся с нами! Что еще тут есть? Например, настройки, в которых можно выбрать шлюз. Можно выбрать совершать звонки через Telegram, то есть через интернет-соединение, или через GSM. Через вашу сим-карту по мобильной связи, но тоже не напрямую, а через номера-посредники. Такая связь будет дороже и не такой безопасной, как Telegram. В этом случае ваш номер вводится в настройках от звона. Также тут есть журнал для хранения истории звонков и другая полезная информация. Если вы хотите в полной мере воспользоваться возможностями Telegram-бота SafeCalls, в главном меню нажимаете «Финансы» и «Пополнить», а затем еще раз на ссылку «Пополнить». На сайте программы можно оплатить услуги через банковскую карту,
PayPal, а также через криптовалюты, смотря какой способ для вас удобнее. Чтобы совершать продолжительные звонки, нужно пополнить счет. А также можно купить VIP-подписку. Только с ней можно подменять исходящий номер, изменять голос, и, кстати, при этом на звонки будет скидка. Очень интересная надстройка Telegram Bot Safe Calls. Думаю, вам было интересно узнать о таких возможностях Telegram'а. Напомню, ссылка на бота в описании, а устанавливается он пару секунд. Попробуйте и напишите в комментариях свое мнение. Интересны ваши впечатления. Оставайтесь на ПК без проблем и смотрите другие наши видео. До новых встреч в эфире!